Друзья, всем привет! С вами, как обычно, Кутёна Дайнлайк. А сегодня мы с тобой продолжаем играть в Poppy Playtime, но только сегодня я покажу скримеры в этой игре. Поэтому это будет недолго. Ну, мы начинаем. Ставьте, пожалуйста, лайки, а мы начинаем уже наш видос. И подпишитесь, конечно же. Ну и поставь колокольчик, чтобы не пропускать мои новые видосы. Хорошо, скоро пройдет это. Вот эта вот странная штука. Poppy Playtime! Poppy Playtime тебе тут. Кстати, если вы знаете, что Poppy умеет разговаривать с детьми. Я даже не знаю. Это старое. Она пахнет с цветком. 599 рублей стоит. Вы можете прийти к нам на экскурсию. Можете прийти к нам на экскурсию за 299 рублей. Посмотреть, как делать все игрушки. Мы будем рады вас видеть. И, конечно же, не то произошло. Не то произошло с папочкой. Потому что Хагивач все испортил. Ну, конечно же, мы знаем, это синее щучело все испортило, конечно же. Хорошо. Вам пришло письмо. Чтобы найдите цветок, мы еще здесь, на фабрике Playtime Go, найдите цветок. Мы это помним еще. Ладно, загрузка идет. Так, ладно, сейчас игра появится. Ладненько. Ну вот и наша игра. Кстати, я хотел вам показать давно, что там находится, если никто не знал. А вот что, зеленый, розовый, желтый, красный. Вот что находится здесь. Здесь даже прыгать можно. Давайте кассету подберем. О, это рука Хагивая. Вот игрушка. Yeah, we play this little tape on loop whenever we close the factory for the day. So, trespasser, just to make you aware, while we pride ourselves primarily on our high-quality toys and excellent child care, we also pride ourselves on our security. For example, this facility is full of hit-motion triggers, which will turn on the factory's emergency alarms and directly contact your authorities. Сейчас все разломаю. Вот тебе стульчик. Вот, перестала работать эта кассета уже. Все разломал, тут офис, может сказать, я сейчас разломаю. Офис! Я сейчас все поломаю тут. Ха. Давай. Туши. Вот так. Йо. Давай. А уж закончилось. Хорошо. А только отдайте руку. Вот. Давай, давай. Давай. Я. Вот так одесса. Все, ручку. Хватачку. Давай возьмем вот это. Ладно, давай возьмем вот этот. Ладно, проседаем. Ладно, как мы помним, загрузка у нас тут. Ладненько. Он наконец-то открылся. Ну, здорово, наш синий хуги-буги.
Тебе вообще нормально вот так вот? Так, ладно. Отдай ключик. Господи, еще у меня тут с камерой. Пошел. Чинить электричеством. Хорошо, пошли быстренько. Хорошо, как всегда, наш синий хуй не убежал. Мы открываем дверь. Даже коробки остались. Уебуй, смотри сюда. Это добрый. Тут вообще нет хуебуй. А это что за хуебуги такой? Это что, будет в третьей части такой? С черными глазами хуебуги. Конечно, шпитан закрылась дверь. А ну, верните! Я до выход хочу. Хорошо, побежали. Сразу пропадает рука. И... Ну, труба! Пугалась все. Как страшно. У меня нет. Потому что они трусы, они... а я нет. Ладно, там что тоже будет третья часть, я так понимаю. Хорошо, просто побежаем. Хорошо. Побежали искать генератор, я уже нашел один. Вот, подбираем наконец-то генератор. А вот и там генератор еще один. Вот он. И последний, где может быть? Вот эти? Нет. Ладно, сейчас дойдем быстренько. А вот и он. Ладно, побежали. Пока что побежали просто куда-нибудь подальше. Хуй быстр. Все собралось. Хорошо. Сейчас я тут возьму руку с этим. О, давайте пещерку сюда. Хорошо. Загрузка идет. Хорошо, побежали. У-ху. Американские горки. Да ладно, опять что-то. То же самое, как было раньше. Сейчас скоро доберусь до скринера Хагибай. Мы наконец поехали. Хорошо, я что-то медленно бегу. Но это немножко странно. Так, а сколько минут снимает? 8 минут. Побежали. Побежали просто. Уху. Блин. Скрывай сюда надо. Было. Ладно, подбежали. Просто побежали вперед, куда надо. Шо? Шо вот так вот сделаем бы? Так, и сейчас еще здесь надо открыть будет. Ладно. Побежали. Хорошо. Побежали.
нажимайся. Давай нажимай. О, наконец уже. Вот, открываем все очки. Да, я вот так. А игрушки, так понимаю, наши игрушки. Так, ну я понимаю, что они есть. Да, уже сюда уехали. Ладно, давай уже бери мою игрушку, блин. Отдай. Это моя игрушка, я ее спрятал специально. Я сколько лет пытался эту сделать игрушку. А вы не испортили. Интересно, там у меня, я думал, у меня будет вторая глава, но все-таки я ошибался, там, скорее всего, будет третья глава или четвертая. Не знаю, конечно же, какая глава. Ну ладно. Так. Так, уже тут лазеры. Мы подбираем игрушку, получается. Что у нас тут глаза сейчас было, а они как будто светились. Так, вау, нифига, как тут светится наша кошка-пчела. Давай, доезжай уже. Хорошо. Побежали. Давай. Сейчас загрузка будет. Загрузка будет загрузка. Прикол хотите? Если уже не поедет, он будет нас толкать. Сейчас покажу скример вам его. Давай, поехали. Вот, видели, какой скример сейчас был? У кого скример всего? А я нет. Сейчас в вентиляции еще покажу вам скример. Ну, у нас тесажава вырубил, можно сказать, потому что мы же появляемся еще. Ладно. Загрузка. Так, ладно, жду меня. Ну, скорее. Блин, походу, не всегда будет загрузка. Алло. Блин, у меня что на себе? А, вот. Так, как его и видите. Просто бежим. Разобраться еще на один телек. Я скоро покажу сейчас, конечно. Давай. Давай, давай. Ну вот, такой скринер, конечно, вентиляции. Сейчас опять пройдем второй раз игру, можно сказать. Поппи Плейтайм сейчас кто-то пил, ну не знаю, ну давай еще раз пройдем тогда. Ладно, только будет видео короткое, когда будем проходить игру. Ладно, опять загрузка будет. Сейчас, конечно же, мы знаем, будем долго ждать. А я так не хочу. Ладно, просто ждем, пока загрузится наша игра. Просто ждать где-то 20 секунд или 15, или 10, не знаю. Или больше. Ладно, сейчас загрузится. А вот... О, я там видео сейчас. Приходи наш хаги-ваги. Милый, пушистенький, синенький хаги-ваги. Даже не слышу их высоту из двери, конечно. Ну, а теперь пройдем лучше, чем скорее получить. Стой. Беги, парень, беги, просто беги, отходи.
Бежим, бежим. Еще вам покажу, что там коробка стоит. Или нет. Ладно, сейчас покажу, как я скину за коробку. Просто стоим, ничего не делаем, друзья. Давай, ждем, когда убивает бег. Вот такой скринер еще у коробки. А теперь пройдем игру по-хорошему. А не по смерти уже. Я, конечно, вам показал все скринеры по Хагибай, короче, друзья. А теперь вы знаете, какой скринер у Хагибай. Теперь знаете, как нарисовать свой скринер, например, Хагибай на листочке. Конечно, вот такое прикольное. Ладно, баги не буду показывать уже. В следующем видео тогда покажу баги. По Playtime, но сейчас только первые знания, которые баги. Но это будет, если соберется 200 лайков. Тогда будет этот баги. Папа Playtime. Так, побежали. Давай. Бежим. Кстати, мне кажется, что это тот самый, который в начале игры нам показывает папе. Мне кажется, что это он, Хаги-Баги. Нет, серьезно. Мне просто так же показали этого человека. А от чего тут? Босс-то еще и погиб. Беги. Так, беги просто, парень, беги. Рабочий. Открывайся, блядь. Блин, мы все закрыли. А вот теперь я вам хочу. Хорошо. Я посмотрю, как упал. Слушай, он еще орал так, как монстр. Походу уже не человек, а монстр какой-то совсем. Кстати, интересно, там будет что? Там будет третий глаз, скорее всего, где там вот такие вот штучки, которые там тоже что-то есть, какие-то штуки, которые будем ходить. Это тоже будет в будущей главе. И там вот. Ладно, давай-ка сейчас подберем. Ладно, давай. Final log in relation. Experiment 1006. The prototype. Coordination and cooperation is evidently within his skill set, as well as the skill set of all other experiments of his type. Прототип 1006. These events are no doubt in relation to him. His absence was a flaw in the scientific process, which should have under no circumstances been left unaccounted for. That's why I'm making this log, so that the same mistake won't be made twice. Any future experiments will need to be contained and disposed of in a secure location. I'm not worried about myself. One breakthrough and I'll be back. We must forge onwards in the name of science. Whether those who are beneath us understand it or not, end of... Скорее всего, это Хагибай не сажал этого рабочего. И он тоже стал какой-то игрушкой. Но вопрос какой? Может его встретим в третьей главе? Будущем. Или будущем. Ну, я, скорее всего, думал, что его няню не убили, а просто вырубили. Ну, почему говорят, что в записке, что они еще здесь рабочие? Мне кажется, они написали, что они выживут, то все... Но все-таки они сами не выжили. Но все-таки они сами еще не выжили.
и обманули, а только мы здесь одни. Ну что ж, это к концу. Это же вторая глава сейчас находится. Ладно, друзья, я вам показал скримеры, пульпные тайны, кучу всего. Спасибо за просмотр, буду рад, если подпишетесь и поставите лайк. Всем пока.